Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала. С вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мое видео носит только информационный характер. Сегодняшнее видео по бирже BTC Alpha. В этом видео хочу показать вам, друзья, как делать трансферы, друг другу отправлять монеты. Значит, наводим вот сюда на наш значок, наш логин. Краткое видео по этой бирже. У меня есть видео на YouTube канале. Кому интересно, можете посмотреть. Значит, вот сюда на логин и идем. Нажимаем, вот ищем трансферы. Кликаем. Так, делайте мгновенные трансферы активов между аккаунтами пользователей биржи BTC Alpha без комиссий. Удобно и, самое главное, безопасно. Вот сюда на синюю вкладочку нажимаю «Создать трансфер». И здесь мы будем создавать трансфер. Выбираем валюту. Я XRP. Вставляю сумму 0.02. У меня две монетки 0.02. Сюда вставляем УИД получателя. Где, друзья, взять этот УИД? Опять мы идем вверх на свой логин, нажимаем. И вот это вот здесь под нашим логином, вот это наш УИД. У каждого он свой. Его мы указываем вот сюда. Нажимаю «Вставить». Здесь я ничего не буду. Создать трансфер. Так, код аутентификатора. Делаю, друзья, все первый раз. От этого я не знала, что надо код. Ну, хотя нам можно было подогадаться. Так, сейчас я найду. BTC Alpha. Так, сейчас поставлю на паузу, секундочку. Так, сейчас я вставлю код 428 414. Так, трансфер отправлен. Количество. Отправитель УИД. И получатель. Все, друзья. Возвращаюсь назад. И у меня статус отправлено. Вот таким вот образом безопасно между аккаунтами переводить монетки. Далее что? Здесь у нас вкладочка «Финансы», кто не знает. Здесь наша криптовалюта вся. Можно вбить, например, сюда BTC, и у вас появится как бы... Или сюда можно, чтобы были активные, ну, как бы, счета пополнены. Можно сделать верификацию. Я верификацию пока не делала. У меня паспорт древний. Вот буду через месяц менять паспорт, тогда уже буду решать, делать мне верификацию или нет. Хотя это надо. Альфа-коды трансфера. Я вам показала во вкладочке «Рефералы». Находится партнерская ссылочка. Кому надо, можно приглашать партнеров. Или сюда кликнуть «Скопировать». Вот у меня два партнера только. Здесь настройки, безопасность. Обязательно установить двухфакторную Google аутентификацию. Здесь история, IP, ну и выход. Также есть соцсети, друзья. Обязательно присоединиться, конечно же, нужно в соцсети. Я в Фейсбуке, Твиттер. Так, Твиттер тоже есть. Телеграм. У них есть свой YouTube-канал. Ну и ВКонтакте. Мне постоянно я везде жму галочки, чтобы мне как бы приходили уведомления о
новостях, чтобы быть в курсе событий. Ну, в принципе, есть обмен стандартный, продвинутый, демо-торговля есть. И купить криптовалюту. Здесь новости, листинг, ну вот такая вот биржа. Кому интересно, присоединяемся. Неинтересно, проходим мимо. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч.